Его называют кустурицей в прозе. Автор множества приключенческих книг, в числе которых роман «Танкист» или «Белый тигр», ставший финалистом национальной литературной премии «Большая книга». А совсем недавно по произведению Ильи Баяшова снят одноименный фильм. Сегодня тагильские читатели буквально засыпали вопросами гостей Санкт-Петербурга. Среди первых, связано ли как-то Нижний Тагил и северная столица? Когда работал над книгой «Танкист или Белый тигр», да, то там своего героя провел немножко, так сказать, Толь. Но, понимаете, в отличие от историка, литератор – это такой гад. Он вот выживает все, что ему нужно, а потом это все как бы забывается. И я к стыду своему, честное слово, к стыду своему хочу сказать, что я знаю немногое, да, о связях Нижнего Тагила и Петербурга. Но я подозреваю, что связи есть. Так непринужденно читатели и автор общались больше часа. Центральной библиотеке Илья Баяшов преподнес в подарок несколько своих книг. А посетил он наш город в рамках федерального культурного проекта «Большая книга. Встречи в провинции». В Свердловскую область приехали известные российские писатели с целью привлечь читательское внимание к лучшим произведениям современных авторов.